Знаешь, подруга, мужчинам непросто. И можешь кидать меня кучу камней. Ты принца рисуешь высокого роста, чтоб молод, богат был и всех веселей. Мужчина он должен, а дальше по списку. За нас написали уже в соцсетях. Букеты из роз с романтичной запиской. Айфон, кстати, новый, вот вышел на днях. От них 25 ждут огромных успехов. Машины, квартиры и где-нибудь дома. И вовсе не важно, какие помехи. Своим ли он нажил все это трудом? Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто. Им плакать нельзя, говорить про печаль. В них много нельзя, что нам, девушка, можно. Нет, я в восхищении. Мне их не жаль, мне их не жаль. Они даже терпят больных истеричек, что шарят в кармане, смотря телефон. Мужчины прощают так много привычек, а многим совсем отвратительный тон. Я знаю мужчин по-серьезному верных, но им почему-то совсем не везло. Влюбляются в глупых, коварных, нелепых, а все потому, что таких большинство. Поэтому им не хотелось жениться. Пусть дело идет уже к 30. Телами успели уже насладиться. Что-то за гранью никак не найти. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто, а умным еще тяжелее в 100 крат. Еще тяжелее в 100 крат. И мало лица, красоты или роста. Они, как и ты, идеальных хотят. Есть притча о старом-престарым мужчине. Ему 90, а он не женат. Вы что, не нашли идеал? Перед смертью спросили. Нашел, но так долго искал. И что же она? Отказала вам просто? Увы, отказала. Была занята. Искала мужчину высокого роста, чтоб молод, богат был. Ну, в общем, мечта.